Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в Hustle Castle. 1000 лет я здесь не был. Мне многие подписчики писали: Рэй, когда ты продолжишь играть? Честно говоря, не было никакого желания, потому что, ну, все одно и то же, различия только между какими-нибудь ивентами, слишком много она отнимает времени, поэтому, ребята, я как бы и перестал в нее играть, только лишь из-за этого. Но мне сказали подписчики, что сегодня у нас, или даже со вчерашнего дня, появилось продолжение основной сюжетной линии, и вот ради этого я зашел, чтобы посмотреть, правда это или нет, карта. Ребята, действительно так есть. Ну, почему-то... Так, новые приключения будут доступны в новом, ближайшем обновлении. А сейчас это недоступно, что ли, все получается так? Ай-яй-яй, ребят, я-то думал, что мы уже сейчас с вами начнем играть. Но нет, и вот это вот меня немножечко расстроило, честно говоря. Почему-то я не могу. Ну, вы знаете прекрасно, что первую основную сюжетную линию мы с вами давным-давно уже прошли, как год назад, наверное. Вот, и я с нетерпением ждал, когда же все-таки разработчики сделают продолжение, потому что мне было очень интересно, я был заинтересован и вовлечен в эту игру. Но потом это все как-то притихло, все, мы начали топтаться на одном месте. Постоянный донат, который уже надоел. От этого, я не знаю, у меня... настроение стало портиться, что ничего нельзя было практически своими силами добиться. В общем, ребят, я плюнул на нее это. Ну, раз у нас уже приближается, как говорится, основная сюжетка, то я буду вам очень признателен, ребята, когда вы мне напишите, что она действительно уже стартанет. Когда это будет, я тоже не знаю, может быть 1 апреля или раньше, или позже. Так, а может быть тут что-то написано у нас, ребят? Так, ваша награда, милорд. Так, к моему возвращению мне подготовили... Оу, ну спасибо большое. Так, 600 тысяч яблок, 10 миллионов голды, 900 тысяч манны, 6500 древесины, 4500 этого, 1000 брюликов, коробка с этими у нас с яблоками, да, и, ну, пару шмоточек таких. Одна фиолка, две фиолки и синие. Ну, все равно, ребят, спасибо большое. Вот, и так, вот у нас обновление уже скоро. Меня интересует по поводу приключений. Когда они будут именно? Не написано, ребят. Не написано, к сожалению. Так, это у нас обновление игры. Опять же, все не то, ребят. В общем, будем ждать. Ну что, а сейчас пока, опять же, мне здесь, ну, делать нечего, ребята. Что я могу вам на это сказать? Проклятые земли. Видите, написано, новые приключения будут доступны из новых ближайших обновлений. То есть в данный момент я не могу зайти. А хотел, я думал, что все-таки есть. Вы мне писали, что зайди, Рэй, продолжение сюжетной истории уже началось, типа можешь поиграть. Видимо, ребята, наверное, не так поняли и меня ввели, так сказать, в заблуждение. Так, у нас... Мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы с новой вот этой историей у нас появились какие-то новые, ребята, комнаты. Но согласитесь, уже надоело вот на это смотреть, все однообразие. Ведь можно много чего еще придумать. Ну, правда, сейчас я уже как бы об этом не думаю, но на самом деле есть у меня задумки, что можно было бы здесь какие бы здания поставить. Так что, ну что могу сказать, ребят, давайте будем ждать с вами обновления, как бы хотел поиграть в Hustle Castle, а получилось, знаете, ничего не получилось, не получилось у меня ничего. Ну и во-вторых, ребят, покупать сейчас мне вот это вот ускорение, да, премиум аккаунт, ну я думаю, что нет смысла, просто у меня будут просто тупо уходить дни в никуда, да. И, соответственно, фармить это я не буду. Сейчас единственное, что зайду и посмотрю, ребята, на арену. Мне нужен мой артефакт. Я его так тогда и не дождался. Так, что у нас небесный ключ? Раз в некоторое время при возвращении противника призывает... Нет, мне нужно не это, ребята. Вы знаете, какой я хочу себе артефакт. Это именно телепортацию за спину. И отдать этот телепорт своему даггерщику, дамагеру, чтобы он наказывал всех. Первое место, 250 осколков. Ядрить тебя на корень. Ну, вы посмотрите, топчики. Кто у нас в топе, ребята? Ну, это жесть, тут нельзя пробиться вообще. Просто нельзя пробиться.
Обалдеть. Ладно. Буду на этом тогда, ребят, закругляться, потому что, ну, не хочу я, честно говоря, ни в бухту идти, никуда. Хочу вот начать действительно проходить основную сюжетную линию. Так что, ребятушки, не обессудьте, что вот так вот коротко. Я, на самом деле, сам не ожидал такого, видите, все закрыто. Так что увидимся уже с вами в новой серии, когда действительно будут открыты новые территории. А вы мне, ребята, если что, напишите это в комментариях. Буду вам очень признателен. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи. И надеюсь, до скорых видосиков по Hustle Castle. Удачи вам!